Ну что, доброе утро, леди, джентльмены, господа здесь столицы. Судя по шуму электрического мотора, я нахожусь на технических, они же пожарные пруды свои. Вот. Всем лично доброе утро, здрасте. Да, сегодня у нас 19.05.2019 год. Время без 15.04. Чуть пораньше выскочил. Ну не то, что чуть пораньше. Я вообще не любитель поздних рыбалок. Вот. Значит, сейчас у меня заряжена мотаги 662. Курить вредно детям до 25 лет. Запомните это, пожалуйста. Особенно дети, которые смотрят этот канал. 662 мотаги, Цурино FS-1000, нет, FS-800, вру, наносил 0,02, но на конце у меня вот такая чебурашечка нано, вот с такой приманочкой. Чего? Очень хочу я попробовать нано-джиг, именно мотага 662. Еще я взял с собой Кощей Солид, именно Солид, который, ну, по моим тактильным ощущениям, где-то от 0,7 грамм. 0,5-0,7, где-то так. Вот, что-то я как-то про него забыл несправедливо. Алексей, прошу прощения, честно, что-то как-то у меня... Я его апгрейдил немножечко под его чутким руководством. Вот, потом расскажу, что сделал, если не забуду. Забуду, спрашивайте. В общем, хочется мне мотажку немножко напрячь, да, я понимаю, что она не для этого, как бы. Вот, ласточку свою, рыбоньку, кисоньку, солнышко мое. Вот, но хочется мне. Рыбка тут чуть-чуть погуливает, значит, почему я приехал сюда? Потому что на том водоеме уровень воды скаканул ахво. Вчерашняя рыбалка показала, что как бы не айс, очень не айс. Я понимаю, что здесь тоже ахво скаканула вода, дабы они между собой соединены, ручей, река там, но это не важно все. Они между собой, но у нас разница, я еще раз повторю, вот с данными техническими пожарными прудами и с основным моим водоемом где-то неделю в три, если не в месяц. Если здесь окунь отнерестился, я его ловил, он уже тек, то там еще лед стоял, сами понимаете, да, то есть... Ощутимая разница, в месяц, наверное, даже где-то вот так. Поэтому попробуем сегодня немножко по дну поюлозить по это, посмотрим, как себя мотажка поведет. И еще, вот что хотел сказать. Сами вчерашнего видео. Выложил я два. По поводу чебурашек. Послушайте меня еще раз внимательно. Объясняю. Вот сейчас ситуация была такая интересная. Вот эти чебурашки, которые у меня стоят сейчас вот, да, она 0,5 грамм. Вчера я вам показывал фишстейсом крючки. Вот они сюда не одеваются. По той простой причине, что эти... Это не Андреева чебурашки. Это чебурашки я у другого человека брал. Но у них настолько толстая проволока, что простой крючок сюда... Ну, в общем, мне пришлось брать на 1,5-2 размера больше, чтобы одеть простой крючок. Тех, кто там с большим ушком, не заморачивайся, это не к вам. Это к тем, кто немножечко хочет сэкономить и не покупать крючки с большим ухом. Вот, как-то вот. И, кстати, у Fish Station есть крючки, я не помню, какой номер, с большим ухом, они тоже есть. Но фишка вся в том, но почему-то на них сходов достаточно много. Не знаю, с чем это связано. Ну вот есть такая фигня. То есть как бы, ну, у меня есть с простым ухом. Почему я должен покупать с большим, если я ловлю с простым? Мне проще купить чебурашек. Вот, вот. А Андрюхины туда влетают просто. Вот весь цинус его чебурашек, что там проволока 0,4 миллиметра. Вот. И по поводу тропара. Вчера в личку писали мне многие, что, блин, что ты, блин, там из говна конфетку, бревно, из бревно, блин, ребят. Я не ставил целью там сделать чуйку, вау, как, какую-то космическую, нереальную.
У меня была задача, мне для себя было интересно, по меньшим затратам, по минимальным. Вот. Можно ли улучшить чуйку спиннинга? Казалось, что можно. Почему выбрал тропару? Потому что я ее периодически ловлю. Мне эта тема как бы актуальна, понимаете? Говорить о том, что там чуйка стала какая-то заоблачная, я этого не сказал. Я сказал, что она лучше в разы стала, но она заоблачной не стала. Вот и все. Сравнивать его с Кощеем, например, с тем самым, мне вчера многие писали, ну а как ты вот оцениваешь возможности? Ребят, у них бланки разные, вообще, ну, там просто небо и земля. Тут, ну, блин, возьмите вы, я не знаю, Тих Тайс Куб, да, и возьмите вы ту же самую, эту, Кайдо, Фиш. Два разных совершенно бланка, два разных, абсолютно разные две палки. Как можно их по тесту, вернее, по тесту, ладно, как их можно сравнивать, почуть. Ну, то есть тут, блин, ребят, задача ставилась простая, да, так как пробка в руке, я прекрасно это понимал, что пробка это хороший звукоизоляционный материал. Сейчас даже обои, я знаю, продаются с вкраплением с обратной стороны пробкового порошка. Это для звукоизоляции сделано. Есть подложки под ламинат, ну кто там по ремонту немножко шарит с пробковой этой, блин. Объясняю, блин, это очень хорошо, понимаете, убрав пробку, я повысил чуйку палки, это все, что я хотел, блин. Все, то есть, как бы, вот. А у Сереги руки золотые, кто бы ничего не писал, вот, понимаете, мне, еще раз говорю, посидев у него на кухоньке за рюмочкой хорошего вкусного коньяка, он мне столько всего понарассказывал, если честно, у меня так вот немножко, я как бы дядя уже с опытом, далеко не маленький, да, блин, мне он на многое глаза открыл. Читайте, ребят, читайте, в принципе, все, что он мне рассказал, он говорит, Сань, есть это для этого интернет. Читайте, блин, по рутбилдингу сейчас рассказывают все, что кому не лень. Читайте, читайте, смотрите YouTube, кому лень читать. Ну, как-то так. Ну, ладно, все, короче, погнали на воду. Все, 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 поехали. Ребят, видите, какая красота, а? Поменял я водоемчик. Это у меня там что-то прям 5 забросов, 3 приманки оставил. То ли там намыло что-то. То ли еще какая оказия на дне, не знаю. Ну, в общем, место рыбалки я сменил сразу. Что-то как-то накладно так рыбачить-то будет. Ой, лягушки поют, чайки летают. Ёхарный бабай, красота. Офигеешь. Так, что по поводу мотаги хочу сказать. Ну чё, с 0,5 чебурашечкой очень даже ничего. Соответственно, приманочку микропищечную ставите. Ну, очень даже достойно она себя ведёт. Никаких провалов там я не наблюдаю. Чуйка в руку, все замечательно. Все прекрасно. Хорошо, в принципе, очень даже. Ой, красота. Из угля просто. Ладно, включусь. Блин. Обожаю я свои водоемы. Особенно я обожаю, когда клюет окунь. Вот что бы мне кто ни говорил, по сравнению с плотвой, конечно, поклевки дерзчайшие. Нигер такой, ну как? Ну покажись, ну покажись, ледя. Это тоже окунь какой-то больной. Я говорю, вот в этих прудах вот рыбу брать категорически нельзя. Вокруг глаз камера, конечно, не передаст, но какие-то вкрапления, что ли. Не пойму даже, что это находит.
Ну, вот такой боец. Опа. Фу. Блядь, ну вообще. Прям ва-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 
Юхерный бабай, блин. Прям можно вот так вот. Прям вот так вот стоять и ногой вот так вот стряхивать от удовольствия. Ладно, поехали дальше. Ну все, солнышко вышло. Хочу сказать следующее. Уменьшился я, что для меня не характерно, аж до 0,3 грамм. Стал клевать вот такой окунь нано. Чуть больше мизинца. Чуть. На нем полосок еще толком нету. А он все туда же. Вот. В общем, короче, лягушки поют, чайки летают. Сейчас, скорее всего, увеличусь в весе, потому что, вернее, даже не увеличусь в весе, а поменяю спину. Потому что 0,7 на мотаге кидать проблематично, чуть-чуть подпроваливаться она начинает. А Кощей солит это мне позволит. Потому что этот нано-окунь уже достал просто. Резвые, конечно, веселые поклевки, но хочется чуть-чуть покрупнее. А чтобы не укрупниться, надо, соответственно, палочку поменять. Потому что мотажку напрягать так уж настолько на 0,7 мне совсем не хочется. Не будет подрыва такого, не будет проводки такой зудящей. Хочу попробовать все-таки поподнимать муть со дна. Потому что в толще воды тоже тишина. Сейчас, наверное, будем пробовать что-то. Либо такое. Ладненько, включусь. Еще крупных попер. Мелкого окуня такого, я говорю, с мизинец, море. Ну, снимать поимку таких окуней, но это смешно, ребят. Тут хоть, как говорится, есть что показать. О, красотунчик какой. Он тоже аномалия такая на глазах. Вот, блин, что это такое? Все они какие-то, блин, пораженные чем-то, что ли. Да, рыбу отсюда лучше не брать. Ну, такой боец. Погонял я. Кощей солит. Тишина полная. Также утяжелился до грамма тоже. Вообще ноль. Так что вот такие пироги. Так что пока вот так вот. Ну, клев так себе. Мелкого, я говорю, вот такого пипичечного моря. Все остальное то ли болеет еще, то ли собирается не вести, но еще непонятно. Но воды много, воды очень много. Ладненько, включусь. Жизнь начинает нравиться. Потихоньку уже красавчик какой, да? Убежал. Он так поклевывает. То ли пригрело, то ли цвет подобрал. Еще не понял. Но могу сказать, что, конечно, кушка на мотаге вытаскивать это, блин. Прям, я даже не знаю. Прям стой, стряхивай. Включусь. Так, ну что, перешел я на другой водоемчик. По соседству, так сказать. Вот за опытным путем
было поставлено мною, что работает вот такой цвет. Только. Это вчера я показывал Андрея приманки Донбайт, это хвостик от них. Вот. Вот такой красоты. Хочу сказать следующее, удовольствие получил выше среднего. Берет такой окунь, но как-то паршивенько. Ну, еще плюс карасетники сидят. Постоянно. Они бежали, практически все места купировали. Ну, тоже рыбалка, что сделаешь. Что хочу вас призвать, так сказать. Не бейте вы мелкого окуня, потому что я вот сейчас перевязывался, до этого ставил мормышку 0,3 грамма, и он клюет как из пулемета. Потому что, ну, чуть зазевались, он заглотил до задницы, до самой. Даже если вы крючок вытащите, процентов 90, что он погибнет, потому что он мелкий. Поэтому, ну, немножко гуманности вас призываю, чтобы ловите окуня, ну, пяток поймали, укрупняйтесь, а то мелочь все повыбиваем, к чертовой матери так. Ладненько, за сим заканчиваю свой видеообзор. С вами был Сашок. Так что... Нет, что... Ну вот... Где-то как-то что-то эпизодически. Короче... С вами был Сашок. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Что хотите, ставьте. Буду деньги высылайте, буду не против. Ладненько. Всем пока. Извините, люблю я с вами прощаться по два раза. Вот с четырьмя крылышками не брало, а с двумя. Вот такой боец на сегодняшний день. Это, ого-го, рекордсмен. Поднялся ветер сильный, ребят. Пришел я на свою одну из любимых точек на данном водоеме. По уровню воды могу сказать, что он та катушка наполовину на мели должна быть. То есть она почти полностью под водой. Сами понимаете, да? Не знаю, что он в этой грязи нашел, но окунь здесь крутится практически все время. Ну, может, есть где спрятаться. Погодные условия не то что вносят коррективы, а ловить вообще не дает. По поводу окуня мелкого. Там говорил тихо, кто не услышал, там, если что, вдруг звук плохо записался. Я говорю, не бейте мелкого окуня. Ну, потому что, я говорю, чуть зазевался, он заглатывает по самой гланды. Особенно, если мотыль Беркли стоит. Ну, как бы, имейте уважение к рыбе, хотя бы элементарное. По той простой причине, что растет он очень долго. Вот. Учитывая, что у нас сейчас умники забирают из ладонь даже, то сами понимаете, да? То есть вот призываю вас
Ну, пришли, половили, пяток поймали, укрупняйтесь. Потому что, ну, незачем, крючки мелкие, он заглатывает до жопы до самой. О! Ого! Ого, ребята, что-то село серьезное. Очень-очень серьезное. Это, скорее всего, очень хороший окунь, кодяги, палки. Красотунчик какой, иди сюда, блин. Опа. Ес. Папара-пара-папара-пара. Ух, какой удар был. Блин, отдай спиннинг называется. Ага. Кстати, применимо к месту ловли. Еще раз показываю приманку. Вчера у меня это Донбайт. Андрей из Волгограда. Только тут еще два этих было. Я их оторвал. Какой же он, блин, красавец. Ну, уже поправился. Хорошенький. Сладенький мой. Спасибо тебе за поклевочку. Иди скорее. Свободен. Опа. Вот это был шлепок. Ех! Так, что говорил? А, касаемо окуня мелкого. И говорю, имейте совесть. Ну, потому что наколите его, набьете, блядь, он заглотит до задницы. Мотоги 662. Испытание ветром. Набьете его, наколите. Он, ну, понятное дело, процентов 90, говорю, помрет. Я вот, если честно, я даже не чувствую проводку. У меня сейчас стоит 0,4 грамма. Окунь! Спарит чуть больше. Просто наколить его, говорю, ну, понятная моя мысль, да? Хорошее место, но, не знаю, я тут максимум 15 штук снимал, но это по осени. Что будет сегодня, никто не знает, ну, ветер, конечно, блин. А, ну, что я говорил-то, ё-моё, 0,4 грамма, и я их даже не чувствую. Как они отбивают. Петлю выдувает. А, ну начал 0,02, все как всегда. У меня стандарт, другого не бывает. Ну ладненько. Мысль мою услышали. Еще раз всем спасибо за... Вернее, не всем спасибо. Всем подписчикам огромное спасибо. Что-то я заговариваться стал. Старее, наверное, блин, в последнее время. Всем подписчикам спасибо, что они есть. Подписывайтесь на мой канал. Ну и так далее, тому подобное. Я уж с вами прощался, так что до свидания. Рыбалочка сегодня у нас удалась. Особенно два последних окушка. Это вообще хорошо. Так что всем приятного просмотра. Приманки Донбайт, повторяю, работают, проверенные временем.